посмотрите вокруг. Весна уже совсем близко. Нужно поздравить наших мам и бабушек с праздником весны. Давайте приготовим для них большой концерт с танцами и песнями про маму и про весну. Будить хранителя природы, пока время весны не пришло. А весна наступит только, когда вестники весны запоют. Вот. А пока можно еще похрапеть. На свете добрых сов немало, но всех добрей важнее дно. Из двух слогов простое слово «мама». И нет роднее, чем оно. Мамочки родные, с праздником весны мы вас поздравляем от души. Солнышко всегда, мы очень любим, да-да-да. Мы с бабулей очень дружим, друг другу помогаем. Мне она готовит ужин, а я все съедаю. Все вы разные,
бабули, но для нас и милые. Говорим мы вам сейчас, вы самые любимые. Здравствуй, Настя, здравствуй, Кира, как малыш. Все отлично, подрастает, как бельем. Скоро в ясли поведем. Бабушка моя поверьте, 2 недели на диете. Хлоп, я мюсли, сельдерей. Садик на обед скорее. Мы долго думали, решали, что он нашим мамам подарит. Ведь когда мы сказали, самый лучший должен быть. Здравствуй, Настя! Здравствуй, Кира! Как малышка? Все отлично! Подрастает каждый день. Чего мы сюда пришли? Подарить джакузи будет сложно. И билет на Кипр за них купить. Но сердечко подарить нам сложно тоже. Что же нашим мамам подарить? Мы поздравляем наших мам. Собрать бы все цветы большую гору. И бросить все их маминым ногам. И крикнуть громко. Мы вас любим. На сцену выхожу отважно. Сейчас я буду выступать. Волнуюсь я немножко, страшно, перевезите я стоять. Дорогие наши мамы, наши бабушки, друзья, это день чудесный, светлый, рассыпается земля. Мы вас всех сегодня поздравляем и просим не сердиться. Не всем же удается мальчишками родиться. Если снег повсюду тает, день становится длинней. Если все заселенело и в полях звенит ручей. Если солнце ярче светит, если птицам не до сна. Если стал теплее ветер, значит, к нам пришла весна. Ближе к бабушке чудесной нет подушки у меня. Нет бабуля интересней, не прожить бы просто дня. Снова утром на сливане наша бабушка сидит. И по скайпу постоянно очень долго говорит. Не готовит мне блины, домой не забирает. В интернете все через контакты зависает. Мамочка любимая, родная. Мамочки любимые, родные. Солнышки, ромашки, васильки. Что же пожелать вам, дорогие? В эти первые весенние дни много радости, здоровья, благополучия. Чтоб счастливая улыбка не сходила бы с лица. Мы спешим цветами к вам. Как вы дороги все нам, мы вас любим очень-очень, утром, вечером и ночью, и готовы так и быть в садик выходной ходить. С ноутбуком на диване наша бабушка сидит, и по скайпу постоянно очень долго говорит. Не готовят мне блины, домой не забирает. В интернете все сидит, ВКонтакте зависит. Мамочка, я тебя люблю. Мамочка, я тебя люблю так сильно. Очень сильно. Мамочка, я тебя так люблю, что хочу подарить тебе цветов. Ну, я тебе хотела бы весь мир подарить. Мамочка, я тебя люблю. Мамочка, вот у тебя такие классные, красивые, как лосики голубые. Мамочка, я тебя люблю. Мамочка, ты самая любимая. Мама, я тебя так люблю. Мама, ты моя самая любимая. Да. Мама. Мама, ты моя самая любимая. Мама, ты моя самая любимая. А я ее люблю выше космоса. Мама, я люблю. Мамочка, я тебя очень люблю. Мамочка, ты такая дорога мне, что я боюсь тебя потерять, бабуля. Я никогда тебя даже на небе не нашла. Неужели праздника не будет? Как же так? А кто такие вестники весны? Когда они запоют? Я знаю, что нужно делать. За мной! Ха
Вестники весны – это скворцы, я в книге читал. Мы позовем их, и они разбудят хранителя природы. Скворцы! Здорово! 8 марта – праздник всех женщин. 8 марта – это когда встречают девочек и бабушек, и мам, и деток, и женщин. Женщины – разные. Это день. И больше девочек на свете, чем мальчиков. Это праздник. А по праздникам всегда это открытки, потому что это подарки. Сегодня 8 марта. Праздник всех женщин. Это праздник мам наших. Такое у нас традиция. Дарить открытки. Делают подарки еще. Праздник делают. Потому что всех этих женщин, это 8 марта, это всех женщин. Да. Можно танцевать. Попеть. Сегодня 8 марта. День всех женщин. Поздравляют женщин. Поздравляют женщин. Дарят всякие им подарки. И конфеты. Открытки. 8 марта. Когда мальчики поздравляют девочек и дарят всем цветы. Потому что... Это день мамы. День девочки. Мама – это жизнь. Мама – это лучшая подружка. Мама – мама любимая. Мама разрешает гулять. Мама разрешает гулять. Мама разрешает гулять. Мама – это мама ребенка. Моя мама нежная. Моя мама самая выдавательная и самая милая. Моя мама очень хорошая. Смотрит телевизор. Они разрешают всем дарить подарки. Моя не умеет делать заколки. Моя мама не очень трудно ей на работе. Моя мама не умеет водить машину. Моя мама не умеет играть на гитаре. Моя мама не умеет водить машину. Мама любит лежать. Мама любит спать. Мама любит отдыхать. Хочет лежать. Так, ты чего не делаешь? Мы один раз поехали в Бердянске. Она им очень нравилась. А мы когда-то... А моя мама очень-очень любит. Когда я люблю выступать. А моя мама очень любит делать работу. А моя мама еще любит котиков. А моя мама любит отдых. Моя мама любит очень маленьких котенков. Моя много, папа, сколько папа дадит, столько и потратит. И моя также. И моя. Моя может потратить в минуту 100 гривен. И моя может. Моя может 500 потратить за процедуру. Очень много. Очень много. На игрушки, на подарки. На игрушки, на подарки, на одежду, на обувь, на шапки, на шарфы, на перчатки. Я думаю, моя мама тратит на подарки деньги, на игрушки. А моя мама наоборот зарабатывает. Она когда делает заказы, она подает на почту и дают деньги. Или вам там в банкомате. А моя? А еще мне бабушка дарит игрушки иногда. Сегодня подарит мне бабушка. Моя любимая героиня. Утро мама делает прическу. Утро мама себе на работу собирает кушать. Мама одевается красиво. Просто краситься надо, да, утренненько. Мама, она очень любит ночью спать каждый день. Мне разрешают иногда компьютер. Иногда. Мне разрешают смотреть гимнастическую группу. И мне тоже.
тоже разрешаю кушать. Кушать, ну, она моя очень любит кушать миди, который я запах просто не выдерживаю. Моя мама все ест. Моя мама ничего. Мама любит убирать, играть. Играться, убираться, помогать. Помогать. А моя сердце за то, что я плачу. Я хочу букет цветов. Я сделаю подарок своими руками. Я буду дарить цветы. Я буду дарить открытку. Я буду дарить... Могу дарить всякие кольца, ожерелья. Ну, всякие сладости. Девочкам сюрприз. Могу даже тортики подарить. Да. 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 Всякие открыточки. Можно подарить всякие статуэточки. Цветы. Там кольца какие-то разные. Там придумочки. Там духи всякие. Резиночки. Да полочки. Да и открыточки. А вот я при своей маме поцелуйчики, сердечки. Все-все-все-все-все. Даже весь мир. А я своей маме буду дарить цветы. Я подарила... Я открытку буду. Я белая роза маме. Я подарю маме песенку. Мама может мной гордиться. Мама может мной гордиться, что я убрала в комнате. Мама может мной гордиться. А вот и вестники весны. Пришло время и природу будить. Эге, весна красна. Ты слышишь? Вестники твои уже поют. Ура! Весна! Вот и я. Ребята, давайте вместе разбудим природу. Золотыми лучами, терпким запахом первых мимоз. В этот день мы всегда отмечаем праздник солнца, желаний и грез. Начинается весна не с цветов, есть тому очень много причин. Начинается она с теплых слов, с блеска глаз и улыбок мужчин. А потом уж звенят ручьи, и подснежник в лесу расцветает. А потом уж кричат грачи, и черемуха снега ведет. Наши милые женщины, верьте, мы весну открываем для вас. Улыбнитесь же и согрейте теплотой своих ласковых глаз. Субтитры сделал DimaTorzok.
светлый рассыпается земля. Если снег повсюду тает, день становится длиннее. Если все зазеленело и в полях звенит ручей. Если солнце ярче светит, если птицам не до сна. Если стал теплее ветер, значит, к нам пришла весна. Весна опять стучится дверью. Весна повсюду, тут и там. Сегодня мы встречаем праздник, и этот праздник нас всех мал. Thank you.
подарить. Подарить же Хузе мы не сможем. И билет на Кипр нам не купить. Мерседеса подарить нам сложно тоже. Тоже наша мама подарит. И сам собой пришел ответ. Подарим на концерт билет. С номера и с полными сами. Даем концерт, подарит маме. Простите, если что не так, применять листом не пустяк. Ребята, а вы обратили внимание на нотки, которые словно птички летелись на наш музыкальный праздник и расселись на нотном стане? Это нотки непростые, они волшебные. Ноты выстроились в ряд, получился звукоряд. До, ре, ми, фа, соль, а, си, поздравить маму каждый раз. Эти нотки непростые, в них задание для ребят. Итак, начинаем с ноты до. Где у этой ноты до? Здесь, на маленькой скамейке, на добавочной линейке. Нотка эта скажет нам, спойте песенку для мам. Потому что бабушка – это мама главная. Мы поднимемся чуть выше, ноту «Ре» теперь мы слышим. Чтоб запомнить этот звук, пой про бабушку, мой друг. Ближе к бабушке чудесной нет подружки у меня. Нет бабуля интересней, не прожарка в роте. С ноутбуком на диване наша бабушка сидит и по скайпу постоянно очень долго говорит. Не готовит мне блины, домой не забирает, в интернете все сидит, ВКонтакте зависает. Поверьте, две недели на диете, хлопья, мусли, сельдерей, садик на обед скорей. Что диета с интернета, гороскопы, вот беда. Звезды бабушке сказали, все домой очень-то куда. Съела я тарелку супа, две котлеты с кашей, а бабуля ходит с ложкой, кушает внучка наша. Мы с бабулей очень дружно друг другу помогаем. Мне она готовит тоже, а я все съедаю. Все вы разные бабули, но для нас все милые. Говорим мы вам сейчас и самые любимые. Дорогие бабушки, следующий номер нашего концерта посвящается вам. Только бабушка не слышит, у компьютера сидит, кто поставит?
Открываю, номер объявляю. Сколько девочек отличных в нашей группе, спору нет. Добрых, умных, энергичных, словно праздничный букет. Мальчишки наши, джентльмены, ни о ком не позабыли. И поздравить девочек с праздником решили. Подружек дорогих своих, ведь это праздник и для них. Праздник 8 марта. Мы готовили подарки для девчонок дорогих и хотим поздравить их. Подарим девочкам весь мир загадочный и большой. Пусть дружат девочки всегда с тобой и со мной. И мы не будем обещать девчонок никогда. Дух лобили тут, смотри, держись тогда. Мы вас всех сегодня поздравляем и просим не сердиться. И всем же удается мальчишкам не родиться. Любимые, красивые. Тимоша, какие девочки у нас? Милые. Сашунь, какие девочки у нас? Хорошие. Хорошие, правда, хорошие. Сашуня, какие у нас девочки? Любимые. Тимофей, какие у нас? Нежные. Спасибо, мальчик. Нотку «фа» мы снимаем и наш номер объявляем. Мамы наши любят шутки, ну хотя бы полминутки. Дорогие мамы, мы предлагаем вам посмотреть шуточную сценку. Поиграть.
тепло и забота. Мама – самое прекрасное слово на земле. На сцену выхожу отважно. Сейчас я буду выступать. Волнуюсь я, немножко страшно перед зрителем стоять. Не бойся, сыночек родной, могу тебя я поддержать. Сама чуть-чуть переживай, но вместе легче выступать. Thank you.
на линейке третий стих. Поет, когда не попроси. Но сегодня в этот час выполним ее наказ. На свете добрых слов немало, но всех добрей важнее одно. Из двух слогов простое слово «мама». И нет роднее, чем оно. Мы поздравляем наших мам, собрать бы все цветы большую гору и бросить все их маминым ногам и крикнуть громко: «Мы вас любим!» Чтобы мама, как солнышко, нам улыбалась, чтобы мама всегда молодой оставалась, чтобы счастье светилось с мамой в глаз, мы песню исполним до мамы сейчас. И любишь, легко бежит.
подскажет нам сейчас, что такое счастье. Таким простым вопросом, по-моему, задавался не один философ. А на самом деле счастье – это просто. Начинается оно с полуметра роста. Счастье – это теплые мягкие ладошки. За диваном фантиков и на диванах крошки. Счастье – это пяточки босиком по полу. Радостник под мышкой, слезы и уколы. Теплый носик из-под одеяла. Заяц на подушке, синяя пижама. Брызги по всей ванной, пена на полу. Кукольный театр, утренник в саду. Что такое счастье? Проще нет ответа. Оно есть у каждого. Это наши дети. Роз и маков не достать. А ведь можно на листочке все цветы нарисовать. С праздником весны!